знак года и мы, Александр и Антон Аникеев. Участники молодежной театральной студии «Мы – таланты Саратова». В этой рубрике мы будем вас знакомить с временами, годами и поэтами, и читать их удивительные стихотворения. Знакомьтесь, Николай Некрасов, мужичок с ноготок. Однажды в студеную зимнюю гору я из лесу вышел, был сильный мороз. Лежу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворост в воз. И шествуя важно, в спокойствии чином, под устцы ведет лошадку мужичок. В больших сапогах, в тулупе овчином, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище! Ступай себе мимо! Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из леса вестимо. Отец, слышишь? Рубят, а я отвожу. А у отца-то большая семья? Семья большая. Да два человека. Всего мужчинов. Отец мой, то я. Так вот оно что, а звать тебя как? Власом. А годик бой тебе? Шестой миловал. Ну, мертвая! Закричал малюточка басом. Взял под усцы, быстрей зашагал. Всем пока, до скорой встречи. Слушайте стихотворение вместе с МТС. И не забывайте про зиму.